У нас есть мультимедийный дизайн, трехмерная анимация и классическая анимация. Многие оказываются в плену какой-то техники, там что-то они в 5 лет начали каким-то образом определенным рисовать и привыкли, и, в общем, не пересматривают это. А здесь и технические какие-то инструменты, которые мы им даем, их мотивируют что-то новое пробовать, и сами по себе они должны не ограничиваться тем, что они привыкли, или что у них пускай получается, может быть, что-то у них другое получится намного лучше. Картинки — это новый текст, а видео — это новые картинки, и все теперь анимированное, поэтому они найдут себя, мне кажется, во всех областях, наши выпускники, потому что все становится анимированным, то есть зависит от той области, которая их больше интересует, там они себя смогут приложить.